Добрый день. Я по объявлению. Присаживайтесь. Спасибо большое. А. Я по объявлению. Значит, вы по объявлению? Да, я по объявлению. Там висело бы такое небольшое объявление, наверное, на желтом фоне, как фломастером синим кто-то написал. Объявление. Значит, вы знакомы с нашими условиями? Нет, а в объявлении не было информации никакой. Там просто написано «объявление». Такое с твердым знаком. А вы уверены, что вы по нашему объявлению? Ну, конечно. Улица Деникина, дом 15, дробь 8, адрес ваш, значит, объявление ваше, соответственно. Ну, логично. Значит так, сейчас вы получите от меня все необходимые инструкции. Угу. Единственное условие во время нашего с вами разговора, так, во время нашего с вами собеседования, угу, не хрюкать. Понятно? Как это не хрюк? Что я не так сказала? Нормальная просьба. Во время делового разговора не хрюкать. Что я не так сказала? Да чего вы взяли? Все, я вдруг пришел нормальный человек, вдруг начинаю вдруг хрюкать. Чего вдруг? Нормально пришел, по объявлению пришел. Я понял. Итак. Наш холдинг современной компьютерной техники был основан в 1992 году на базе двух компьютеров, оснащенных процессорами с частотой 286 МГц и 387 МГц соответственно. В состав компьютеров входили также два джойстика и одна клавиатура, что позволило нам обогнать всех наших конкурентов по игре в пасьянс паук на 450%. Простите. Теперь то, что касается непосредственно вас. Так. Записывайте. Угу. Ваша должность? Моя должность? Оператора компьютерного программирования. Одна из самых ответственных. Это, можно сказать, основа основ. Не спешите. Основа основ. Основ. Через О. Основ. Работать будете 3 раза в неделю. Три? 3 раза. Раза. График удобный, гибкий. Угу. Можно выбирать. Так. Есть 2 варианта. Очень хорошо. Первый вариант. Понедельник, среда, пятница. Второй вариант. Пятница, среда, понедельник. Не торопитесь, подумайте. От этого многое зависит. Не спешите. Я думаю, первый вариант мне устроит. Прекрасное решение, нестандартное. Мне очень нравится. Итак, ваш рабочий день будет начинаться в 14 часов. Дня, да? Дня. Вы заранее приезжаете в офис на троллейбусе 79. Скажите, пожалуйста, а транспорт у вас... За свой счет. Это я так спросил. Поднимаетесь на 3-й этаж. Поднимаетесь не пешком, поднимаетесь на лифте. Слушайте, а лифт у вас... Бесплатно. Отлично. Проходите по коридору в свой кабинет. О, у меня будет свой кабинет? Конечно, у нас солидная фирма. У вас будет свой кабинет 444. Скажите, пожалуйста, секретарша... За свой счет. Это я так спросил. Проходите в свой кабинет, подходите к компьютеру,
Кстати, какое у вас образование? Вы знаете, после окончания 8-летки я поступил в ПТУ, и после этого, когда уже... Нас устраивает. Отлично. Итак, вы подходите к компьютеру и включаете его. Угу. Включаю. Компьютер. Я. Да. Вы. Включаете. Угу. То есть потом я прихожу для того, чтобы выключить? Ни в коем случае. Выключает компьютер другой высококвалифицированный специалист. Отлично, мне нравится. Теперь самое главное. Так. За свою работу в месяц вы будете получать 100 тысяч евро. Я так и знала. Дарья Играфовна, выскочила. Косяк пошел. Можно повторить? Я не ожидал, что так получится. Еще разок надо попробовать. Ну что же вы так сразу к человеку относитесь? Я же только...